Друзья, я вас приветствую. Вы, как всегда, на канале «Кто в теме». Спасибо, что ко мне зашли на канал и подписались. Значит, друзья, я хочу вам еще показать одно приобретение. Я давно об этом приобретении думал. Искал эти пальчиковые лапки для культиватора отдельно, чтобы сделать регулировочный узел и стойку ту, которая идет на мою универсальную навеску. Сейчас так я и не нашел. Никто мне не захотел продать отдельно. Но потом позже пахарь начал делать тот же самый регулировочный узел. Эту регулировочную коронку зубчатую. Неоднократно там у меня был ролик. Я ее заказывал на заводе. Она, конечно, большего диаметра, чем эта, которая есть на копалке и на культиваторной лапе. А сейчас посмотрим на эту посылку, распечатаем, и вы увидите своими глазами. Значит, эти культиваторные пальчиковые лапы очень хорошие для прополки лука, чеснока. Они, когда делаешь междурядную обработку, ты делаешь между рядами, а по рядку ничего не идет. Значит, по рядку проходит пальчиковая лапка. Вот эта культиваторная, и она обрабатывает рядок. То есть вам уже вручную там ничего не придется делать. Конечно, удовольствие это дорогое, я вам сразу скажу, но оно стоит того. Если тем более вы любите землю, и у вас есть большое количество этих культур, то, конечно, без этой лапы вы не обойдетесь. Ну что, посмотрим. Что нам тут прислали? Полностью в сборе. Оценим их работу. Тем более, что у меня желание было давно их сделать. Но сделать, конечно, я не сделаю сам. На этих лапах я не сделаю. А тут готовое то, что я хотел сделать. Так, вот они, эти лапки. Вот про эти лапки я вел речь. Я пытался купить их у Булаточки. Никто их не продает отдельно. Вот такая вот лапа. Тут идет подшипниковый узел. На подшипниковом узле она крепится. Сейчас мы все это посмотрим на лицо. Так, это тут такие вот колпачки. Так, здесь тут один болтик, вернее, не болтик, а гаечка потерялась. Вот здесь вот. Значит, в принципе, смысл, вот здесь этот болтик, а вот это регулировочная коронка. Вот про нее я и вел речь. Вы можете ее поставить и так повернуть. Сейчас мы это сделаем на другом. Собрано, гайки здесь не хватает, она или где-то утерялась, или где-то. Вот этот регулировочный узел зубчатый, мне он очень нравится. Вот эта гаечка, сейчас мы ее, потом я вам, друзья, соберу это все на навеске, покажу, как его делать. Как его делать монтаж на маленьком мотоблоке и на большом, среднем мотоблоке. То есть вы увидите сами своими глазами. Так, а потом покажу его в работе. Мне он очень нравится. Повторяю. Очень нравится. И думаю, тот, кто будет с ним работать, очень много роликов заграничных на эту тематику, как они полят лук
Ну вот. Вот так она будет крепиться. Вот это жесткая, металлическая жесткая. А вот это резиновая. Вот она щадяще идет между растениями. Но это вы увидите уже позже в работе. Вот этот узел очень ценный. Молодцы, пахарь. Молодцы, что они его сделали. Потому что там есть варианты, которые просто жестко приваренные. Колено к этому. Там регулировка осуществляется посредством вот этой планки. Вот этой планки. Ну, вот и в принципе все, друзья. Ничего тут такого особенного нету, но изготовление вот этой вот резиновой, ну вот это металлическое можно изготовить. Все остальное, вот это резиновое, силиконовое, ну нету их, никто не дает их. Это как бы монополия, и они держат его в тайне и секрете, не хотят продавать. Ну, в принципе, друзья, вот это у меня следующий ролик, там где-то через недельку-две я сделаю его, смонтирую его на маленьком мотоблоке, а потом покажу, какая это будет сцепка на мотор сече. В принципе, у меня по ролику все. Друзья, подписываемся, ставим лайки и ждем следующего ролика.